С наступлением тепла начнутся сезонные спортивные игры в Красном Луче. Совсем скоро, 16 апреля, состоится Кубок Победы по футболу. 30 марта в парке между 2 и 3 микрорайонами неравнодушные и активные работники Краснолужского дворца спорта приводили в порядок футбольное поле и прилегающие вокруг к нему территории на расстоянии 2-3 метров. Вырезали заросли от многолетних деревьев, сгребали мусор, в общем, облагораживали игровое поле. Труд не только на благо футболистов, но и на благо города. Еще один из уголков Красного Луча стал немного чище.